всегда не нравится. Пока что мы проигрываем. Ну, у нас ушли основные игроки, ушли в другие компании. А наше направление сейчас воспитывать только своих. Нам не надо сторонних. Пусть они играют где-нибудь в другом месте. А мы будем воспитывать своих игроков. У нас команда достаточно новая, мы себя просто немного некомфортно чувствуем. У нас большая компания, часть команды прилетела из Екатеринбурга в командировку. Мы ни разу не играли вместе, и поэтому с этим появились ряд сложностей. Сегодня был замечательный день. Провели его в спорте. Выиграли первое место, поборолись. Было очень интересно. Здорово. Запомнились матчи полуфинала. Было немножко страшно то, что проиграем, но вовремя собрались и могли выиграть. Молодцы соперники, очень хорошо тоже постарались, проявили себя. И, конечно же, финал неожиданно было, потому что фавориты, как все, я думаю, считали, были Комус, но смогли показать свою игру, не дали им играть полностью. Игры понравились со всеми, очень достойные, молодцы команды. Татнефть особенно, мне кажется. Замечательный турнир, спасибо еще раз организаторам, мы рады участвовать. Турнир понравился, не понравился итоговый результат. Естественно, мы планировали быть на пьедестале на первом месте. Игра была, многое получалось, но не хватило удачи. Но это футбол, она удача либо есть, либо она отворачивается. Вот. А не хочу не выделять какую-то одну команду. Все команды были равны, замечательно, совсем было тяжело играть. Так что впечатление самое положительное. So I make my way through the quagmire. Просто переполняет. Пока еще, честно говоря, мы даже по ходу дела не поняли, что мы сегодня заняли первое место. Ребята все молодцы, один за всех, все за одного. Долгожданный очень кубок. Команды очень сильные, хоть и с некоторыми мы не пересекались, но тем не менее ребята давали бой.